сегодня произошло? Видишь эту машину? Ну? Я на ней приехал от Аляска Авеню. Потому что я открыл приложение Lime, чтобы снять... Здесь обрежу. Снять велосипед? Или шлюху? Чтобы снять шлюху. Но снял это машину. Это идея приложения. Теперь, чтобы, короче, ты в приложении можешь находить велосипед, где стоишь, чтобы снимать его. А теперь где это шлюхи стоят? Ты, короче, открываешь приложение, и там стоят шлюхи, и ты такой нажимаешь на нее. И знаешь, если ты не можешь понять, какая из них, ты нажимаешь play music, и у нее такой в телефон, и у нее такой телефон, трулю, ты такой подходишь, о, я тебя снять. Берешь, короче, QR-код на ней, сканишь, так, чи, и все. Че ты нам не сканишь? Короче, был на Аляска-авеню, приехал, мне надо было ждать автобус еще 20 минут. Я думаю, за 20 минут я могу дойти пешком. Поэтому я решил снять... шлюху. Снять велосипед в этом приложении. А здесь, смотри, некоторые приложения, то есть некоторые эти штуки показывают машинку. Вот, вау. Видишь? Да. Я не знала, что смотри, у них машинки. Смотри, я нажму... Да, у них... Я сам не знал. Вот, нажмем сигнал. Вау, я черту... она еще не сигналит! Я этого не знал, я просто еще выключи ее, что-то она дохера сигналит. Короче, я такой смотрю... Начать на ней ехать стоит $1, и потом за каждую минуту еще 40 центов. Я думаю, ну за 3 минуты я где-то оттуда доеду сюда. Я, короче, подошел к ней, она была всего лишь один блок от меня. Подошел, короче, нажимаешь кнопку А. Ты нажимаешь тоже сканировать код. Идем этим. Паузу поставь. А как ставить паузу? На беленькое? Да, просто нажми стоп. Короче, я такой подхожу, вот этот QR-код сканишь. Но уже и он локинг. И она вот так светится, когда ты ее разблокируешь? Короче, облом, я ее разблокировал. А, ну ладно, раз я разблокировал, давайте сядем внутрь. Так подожди, мы на ней поедем, а не на своей? Не, мы на своей поедем. Окей, давай сядем. Короче, внутрь. Так, смотри. У меня такая маленькая. Я в нее такой быстренько. У меня такая маленькая. А у меня еще телефон садился. У меня реально 1% оставлялся. Здесь зарядка лежит. Вау. Я такой, оп, быстро включил на зарядку. Ключи уже вставлены. Здесь зарядка здесь для айфона есть? Ну, здесь переходничок. Ты можешь айфон, можешь обычно заряжать. Хоть тебе надо такой заряжающий. Короче, все, ключ уже здесь стоит. Я ее завел и поехал. А, еще перед тем, как я в нее мог сесть, оно спросило подтверждение моих документов. Я достал свои водительские права и отсканировал штрих-код на нем. Оно сразу проверило, кто я, и типа заапрувило. Я мог поехать себе сразу. Все, потом вот так вот приехал, когда надо, закрываешь, ключи оставляешь там же и нажимаешь end right. Блин, окна закрыты, и все. Офигеть! Вот это новость.